Здравствуйте, друзья! С вами Павел. Вот, пришла мне посылочка. Вот, хотелось бы о ней рассказать. Значит, смотрите. Сейчас будет видео, да, по серии экшн-камеры Xiaomi. Вот помните, я вот этот вот чехольчик как бы показывал. Вот, точнее, кейс. Вот мы разбирали крышечку. Вот, аккумулятор. Вот, ну крышечка хорошо, да, объектив у нас не будет как бы царапаться. Вот, ну а как же сам корпус? Вот кейс тоже как бы переносить можно, а вот именно когда в руках держишь, вдруг он упадет, еще что-то, и будут, естественно, царапины, и это плачевно и плохо, да? Поэтому я заказал вот такую вот штучку. Это силиконовый кейс под камеру. Вот. В принципе, ничего удивительного, значит, по кейсу. Ну, действительно, он силиконовый, как бы есть все прорези под динамик, микрофон, да, вот. Далее, вот где индикация, да, горит, когда на экшн-камерах, вот, допустим, вот. Тут есть, если посмотреть, прозрачный, точнее, более тонкий слой силикона, да, вот, чтобы... Вот если посмотрим, чтобы было видно кнопку, когда она мигает. Вот. Ну что ж, давайте примерим. Так. Садится довольно-таки плотно. Вот, сел. Видите, что тут немножко зазор есть, чтобы он не вылетал. Вот, получается... Плотненько так закрывает, тут кнопка включения, все показано, есть кнопка фотографирования, индикация Wi-Fi, вот, все замечательно. Тут открытая часть, то есть тут мы можем открыть, зарядить, можем открыть или не можем открыть, да? Нет, эту часть мы не можем открыть, но если чуть-чуть его расчехлить, то в принципе достанем и аккумулятор поменяем. В принципе, теперь вот, да, кстати, крышечка вот закрывается все так же, и зазорчик небольшой остается, то есть крышка будет нормально садиться. Вот, ну что ж, теперь камера наша полностью защищена, вот, теперь она не поцарапается, кроме этой части, ну, ничего страшного. Вот, также она у нас хорошо сядет по-прежнему в кейс обратно, как и была. Вот, и все, как бы у нас все так же будет перемещаться. Вот, ну что ж, друзья, ссылочку на эту штучку я вам в описании оставлю. Она, в принципе, недорогая, но, как видите, как этот телефон будет защищать камеру очень даже хорошо. Вот, ну, если кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, добра, позитива, хорошего настроения. Пока-пока.